Всем привет, с вами канал 20 FPS. Наконец-то я выкупил Е5. Собрался, силами нафармил на него. Экипаж еще не стопроцентный, переобучил со 103-го за серебро. Ну, скатал несколько боев, вот первый более-менее бой. Хотя результат такого и не ожидал. Итак, карта у нас промзона. Поедем на первую, вторую, третью линию. Посмотрим, кто у них поедет. У ангара. Ну а дальше по ситуации. За эти несколько боев, что на нем покатал, понял пока только то, что критуется БК часто. Мехвод вылетает. А в целом броня есть. Лобом танчит. Хотя не так часто, как хотелось бы. Как танчит он мои выстрелы, когда я с ним встречаюсь. Вот хорошая вертушечка прошла. Как у совков. В целом вроде танк неплохой едет. ДПМ нормальный. Со 103-м не сравнить. Пока устраивается. Обычно здесь уже толпа народу в городе. Но что-то никого нет. Постоим, подождем, вперед не полезем. Потому что есть грили, есть яга и 100. И не хочется от них получать. На удивление союзников здесь достаточно. Можно чуть посмелее. Ну вот 103-й вырывается, сшибает косяки, надо ему помогать, поддержать. Ударил шот по хэвику, ну, с уроном получилось. Кого-то заряжается, надо дать второй, но он решает все-таки меня. Видим бата, ставит на руку, надо обновить. Проходит без урона. Хэвик подобрали. Поехали за 34. О, Василька. Василька. Уходим во всем. Можно ехать. Кто-то дал с поджогом во фле. Арта не попадает. Я каким-то чудом в пикселе. Знаю, куда там ее капюшон. Пока 34-шка на нас не смотрит, надо на каточек поставить. 49-ка тут упрашивает. Взял ее на автоприцел. Она уже скрылась за углом. Пока 34-ка на нас не смотрит. Обращает на нас внимание. Враг есть. Вафля настырная. Выпрашивать. Надо ее дожидаться. По ней видно, что она выйдет еще раз. Хочет ей меня пробить. Повредил гусеницу. Ну, гусеницу без урона. Пошотный вафле, это нормально. Едем дальше. Снова промах. Лезет вафля. Выбросил. Два фрага. Два фрага есть. Так, здесь где-то должна быть 49-ка. Но тут нежданно появляется яга. Что-то я как-то на карту не обращал внимания, не видел ее. Еще и гриль где-то здесь. 49-ки тоже не хочется получать. Газ. Так как, повторюсь, улетает мехвод, БК частенько критуется. Пока торопиться не будем. Вот борщик показывается. Ну, борщик специалист попадает. Ломает мне ствол. Як отстрелял, забрала нашего ханка. Аккумулятив разряжен. Будем разряжаться в ягу. Бываем, что там еще борщ впереди. Обнаружен противник. Уничтожен. Уже три фрага. Третий фраг. Ягу забрали. И кто тут стоит?
не жалея голды, убиваем коричневого. Да, я видел маркер, что борщ прострели, но решил все-таки забрать коричневого. Борщ никуда не денется, хп у меня есть. Заряжаем фугас на борща и едем вперед. Лови борщ. Основной калибр, 5 фрагов. Нормально. Кстати, о броне. Вот борщ стрелял 2 раза и 2 раза меня пробивал. Броня как будто есть, но борща это не останавливает. Есть попадание. Он фугасом заряжен. Попадание с часа в первого. Нет, поменять снаряд. Он опять же в ответ, ну, голдой. Можно ехать. Скорее всего пробивает без проблем. Так, осталось арта и 90. Счет 13-10. За 90 угоняться не буду, поеду убивать арту. То есть предположил, что в углу она на А0 стоять не будет. Арта быстрая, скорее всего, куда-то убежала на нашу половину, поэтому еду через центр. С расчетом ее подсветить с двух сторон. Враг обнаружен. А вот она появляется. Стоит, кого-то выжидает. Сводимся, но не до конца. Промах. Куда торопился? Непонятно. Тут уже на ходу попадаем. Вижу, что по мини-карте она стволом повернута на меня. Аккуратненько нужно выезжать. Вот она двигается. Сама включает под выстрел. 6-й воин. Победа. Смотрим результаты. Бой не показался мне каким-то особенным, но тем не менее воин, основной калибр, самый главный мастер, первый мастер на этом танке. Надеюсь, что не последний. Всем спасибо за просмотр, пока. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока.
Шестой готов!